Здравствуйте. Сегодняшнее воскресенье ничуть не снизило накал политических страстей и принесло известие о новых трагедиях. Продолжаются спасательные работы в Каспийске, где вчера ночью был взорван дом семей Каспийского погранотряда. По последним данным, найдены уже 24 погибших, из них 9 детей. Стало известно также, что в результате теракта погибла третья часть командования отряда. Резко осложнилась обстановка в столице Белоруссии, где сторонники оппозиции проводили акцию протеста. В результате столкновений демонстрантов с милицией и ОМОНом есть пострадавшие. Сначала о трагедии в Каспийске. Уже найдены более 20 погибших под обломками дома, среди них много детей. Пока все выдвинутые версии строятся в основном на косвенных признаках и показаниях свидетелей. А версий по-прежнему три. Террористический акт, имеющий политическую подоплеку. Месть мафии, мешавшим ей пограничникам. Брак в конструкции дома. Пока не будет расчищен подвал, где, как предполагают, было установлено взрывное устройство, вряд ли что-либо прояснится. На месте событий находится наша съемочная группа. Репортаж Аркадия Мамонтова. Уже больше суток идут спасательные работы на месте взрыва жилого дома в небольшом дагестанском городке Каспийске. Спасатели под обломками надеются найти все еще живых людей. С вечера 16 ноября до 3 часов ночи 17 удалось вытащить только одного пострадавшего. Сейчас вы видите, как спасатели пытаются пробиться к нему. Более 8 часов понадобилось для того, чтобы освободить этого человека. За последние несколько часов специально обученные собаки обнаружили 5 мест, где предположительно могут находиться еще живые люди. По данным МЧС, сейчас в развалинах дома погребено 44 человека. В их числе находится и 18 детей. За все время спасательных работ из завала освобожден 51 человек, из них 25 детей. Погибло 12 человек, из них 5 детей. Раненых 8 человек. Но все эти цифры пока только предварительные. Нам удалось поговорить с одним из офицеров погранвойск, который находился в доме в момент взрыва. Первое впечатление было, что такой взрыв в замкнутом пространстве. Хлопок был такой, как тройное эхо. Ну, несколько ускоренное. Но не одинарный, а вот именно о чем бы я мог так предположить, что был заряд сделан в 3 местах. Специалисты считают, что под дом было заложено около 100 килограмм тротила. Две секции здания буквально трезвело. Все это говорит о том, что террористический акт был совершен профессионалами взрывниками. Люди все еще не могут прийти в себя от случившегося. Тем временем работы по расчистке развалин не прекращаются ни на минуту. Поочередно, сменяя друг друга, спасатели пытаются пробиться к еще живым людям. Работы осложняются тем, что существует реальная опасность разрушения дома. В любой момент секции перекрытия могут рухнуть. Сейчас для тех, кто лежит под разбитым бетоном, дорога каждая минута. И все-таки остается надежда, что и через 2 суток удастся найти живых. Аркадий Мамонтов, Александр Павлов, Олег Косенко, телекомпания НТВ «Дагестан». Вы, наверное, обратили внимание на некоторую разницу в цифрах, которые сообщил Аркадий Мамонтов, наш специальный корреспондент, и я. Дело в том, что мы использовали самые последние данные о погибших, которые пришли к нам буквально несколько минут назад. А теперь о версиях. Версию о чеченском следе в Каспийской трагедии сегодня отверг президент Ичкерии Зелимхан Яндарбиев. Руководство Чечни считает, что теракт в Каспийске направлен на подрыв процесса мирного урегулирования на Северном Кавказе. Как сказал Яндарбиев в интервью Интерфаксу, в Дагестане пытаются разыграть карту, которую партии войны не удалось использовать в Чечне. И еще несколько цифр, мы тоже только что их получили. Под завалами жилого дома в Каспийске, по уточненным на этот момент данным, осталось 36 человек. 9 офицеров, 2 военнослужащих срочной службы, 25 женщин и детей. На месте трагедии сегодня побывал премьер-министр Черномырдин. Возможно, к концу нашего выпуска мы успеем получить еще один репортаж нашего специального корреспондента о том, как это было там. И последнее. В результате взрыва в Каспийске пострадало 55 семей. В общей сложности 194 человека. Из них 79 детей. Федеральная пограничная служба очень просит всех, кто хотел бы помочь пострадавшим при теракте в Дагестане, обратить внимание на эти цифры. На вашем экране банковские реквизиты, по которым можно направлять деньги в фонд помощи пострадавшим от взрыва в Каспийске. Сегодня в нашей программе. Теракт в дагестанском городе Каспийске.
Премьер-министр Черномырдин прибыл на место трагедии. Противостояние в Белоруссии. Никто не может сказать, состоится ли 24 ноября в республике референдум. Президент Лукашенко ищет поддержки в Москве. В России сегодня большое голосование. В 7 регионах проходят губернаторские выборы. Кто победит, оппозиция или действующая власть? Эту неделю с полным правом можно назвать неделей катастроф и несчастий. Вначале в Индии, недалеко от международного аэропорта имени Индиры Ганди, произошло столкновение в воздухе двух лайнеров, саудовского и казахстанского. Результат – несколько сотен погибших. Одна из трех в истории авиации самых страшных катастроф. И вот в конце недели, вчера, в субботу, в небольшом городе в Дагестане, в Каспийске, произошел взрыв, унесший жизни нескольких десятков человек. У спецслужб практически нет сомнений, что дом, где жили российские пограничники с семьями, был взорван террористами. Правда, кто стоит за этим преступлением, это пока не ясно. Одни говорят, что это будто бы неконтролируемые Яндарбиевым чеченские боевики. Другие говорят, это мафия, которой российские погранвойска наступили на горло, перекрыв каналы поставок наркотиков из Азербайджана в Дагестан. Пока же в городе полным ходом идут спасательные работы. Из Каспийска передает наш специальный корреспондент Аркадий Мамон. Не принес ничего, кроме горя, тем, кто ждет новостей у взорванного дома в Каспийске. Все меньше надежды на то, что под этими развалинами остались живые люди. По данным МЧС, под обломками находится около 40 человек. Несмотря на все усилия спасателей, работы идут с большим трудом. Разломанные бетонные плиты, перепутанная арматура не позволяют быстро очищать завалы. Работая по 16 часов, люди пытаются пробиться в нижние этажи здания. Сегодня все чаще и чаще выносят погибших. Родственники пытаются их опознать, а эти две женщины ждут выноса тел своих родственников. У них погибла вся семья. Полковник-пограничник буквально за сутки до трагедии вернулся домой. На фотографиях та самая квартира, которая рухнула, его жена и 12-летняя дочь. Они сняты за несколько недель до гибели. Родственники не могут прийти в себя от шока. Кто-то пытается собирать вещи, а кто-то просит передать, что они живы. Вот скажите, Дима и мама живы, а Наташа и двое наших деточек погибли. Тем временем на месте взрыва уже работают следователи ФСБ. Как нам удалось выяснить, предположительно, через дверь в подвал было пронесено около 100 килограмм тротила. В роковую ночь здесь прогремело 3 взрыва. Все произошло в одно мгновение. Видимо, террористы знали толк в своем деле. Даже видавшие виды спасатели говорят, что по своему цинизму это преступление ни с чем не сравнимо. Удар был рассчитан точно. Именно в этих квартирах жил практически весь командный состав пограничной части Каспийска. И почти все они погибли. Судя по всему, к сегодняшнему вечеру основная расчистка завалов будет закончена. А это значит, что надежды почти нет. Хотя спасатели говорят, что, может быть, в подвальных этажах еще кто-нибудь жив. Аркадий Мамонтов, Александр Павлов, Олег Котенко, телекомпания НТВ, Дагестан. Как мы уже сообщали, сегодня в Каспийске побывал премьер-министр Черномырдин. Премьер-министр был явно поражен тем, что он увидел на месте трагедии. По словам Черномырдина, надо поскорее разобрать завалы на месте разрушенного дома и спасти тех, кто уцелел. Премьер сказал, что правительство окажет помощь всем пострадавшим. «Все сделаем, никого не бросим», — так буквально выразился Виктор Степанович. При этом Черномырдин воздержался от оценок случившегося. Он не стал называть взрыв терактом, а просто призвал спецслужбы побыстрее разобраться, все расследовать. Сейчас, буквально час с небольшим тому назад, премьер Черномырдин вернулся в Москву. Сопровождавшие его наши специальные корреспонденты только что вернулись сюда, в Останкино, в телецентр. И как только будет готов их материал, мы сразу же покажем вам подробный репортаж о том, как провел сегодняшний день в Каспийске глава правительства. Безусловно, трагедия в этом маленьком дагестанском городе, расследование всех обстоятельств взрыва, спасательные работы, ведь под обломками дома остаются заживо погребенными еще десятки человек. В общем, все это самое трагическое событие недели. Не менее заметным, значительным событием стали столкновения, которые произошли сегодня в Минске.